Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чаруно Дайам Гопи Жано Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванчакалпатарувасчакипасиндубевача Патитанам Павани Бхавишнабхибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Лангхайтигрим Яткипатамаханг Банди Парамаанандамадавам Бриндавай Тусиде Байпиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвайхи Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мадире Санкиртане Кришна Катхупадеше Гаурия Патрасья Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагодварана Дейям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараням Метатихам Панутапалли Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бисфуриджита Кимапигабхудушва Дарши Пурунану Рагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Када Кифан Каруса Си Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Раму Раму Хари Хари Аджану Ламбита Бхужау Канука Бадату Санкиртануй Капитарау Камала Ахатакшу Вишамбару Виджавару Джугадхарму Палу Банде Джагат Приякару Паруна Патару Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайра Бандито Дипарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бивуши Табам Бхагам Нараяно Прияманаṅga Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джушва Бадане Лакшмир Джашрача Бхакшаши Джасьясте Хиде Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама,
Рама Рама Хари. Ачаджо Аронир Аддо Шад Анте Бауши Уттарарани Тат Правачанам Сандхьянам Бидда Сандхи Шукхаваха. Гаудия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта. Гаудия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати, Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джаган Гуру сказал, абсолютная душа не может найти свое собственное, свое подлинное благо. Истинное благо. Парамахамса Джагадгуру said that bonded soul can try his best to find out. Она может стараться изо всех сил, but cannot find out. Но у нее ничего не выйдет. Personal effort, any amount of personal effort, bonded soul can сколько бы усилий она ни прикладывала, она не сможет обрести абсолютное благо. Bonded soul must depend upon Guru Vaishnava to find out. Лишь при помощи Гуру и Вайшнавов это будет возможно. Поэтому она должна положиться на них в этом вопросе. Если обусловленная душа хочет обрести абсолютное благо в поисках, она сама создаст себе кучу проблем. Вчера я говорил о том, как Индра Махарадж пренебрег своим духовным учителем. И в нас также есть подобная тенденция делать это не только физически, но и в уме. Осознанно или неосознанно мы совершаем оскорбление. Если мы делаем это осознанно, то это непростительная парадха. За оскорбления неосознанные можно получить прощение. Именно поэтому мы молим Гуру и Вайшнавов: пожалуйста, простите за осознанно и неосознанно совершенное мной оскорбление. Из-за того, что Индра не выразил почтение своему духовному учителю, он столкнулся с огромным количеством проблем, которые привели его к грехам, вынудили его совершать грехи. Точно так же, как паук плетет паутину, обусловленная душа создает сеть, создает паутину. Родившись в этом мире, Дживатма приходит в этот мир с пустыми руками, даже без одежды. Когда она покидает этот материальный мир, она также не может взять с собой что бы то ни было. Просто говорить легко, но осознать этот факт крайне сложно. Крайне сложно понять, что в момент смерти я не смогу забрать с собой ничего, что после смерти все останется в этом мире. А я буду вынужден покинуть его. Мы стараемся вновь и вновь понять этот факт, но у нас ничего не получается. Потому что это сделать невозможно без милости Гуру. Без Гуру Крипы невозможно преодолеть майю. Лишь когда вы обретете не частичную, но полную Гуру Крипу, вы сможете преодолеть влияние Майя.
никак по-другому. Итак, не выразив почтения своему Гуру Падападме, Индра совершил страшное оскорбление. Бхагаван Шри Кришна предупреждает нас, он часто повторяет эти слова. Таким образом, Бхагаван Шри Кришна предупреждает нас, время от времени в шастрах встречаются эти слова, но мы не обращаем, как правило, не обращаем на них внимания. Лишь когда мы прекратим стремиться к наслаждениям, в нас проявится тонкий разум. Высший разум. Мы придем, обретем видение, при помощи которого сможем четко различать, что есть хорошо, что плохо. Даже мудрецы, знатоки в этом мире совершают ошибки, поскольку майя очень сильна. Настолько сильна, что никто не застрахован от ошибок. Как я говорил, майя ослепляет. И человек все, что видит, это наслаждение, но не задумывается о том, что за ним последует. Люди готовы тратить миллионы на наслаждение. Один арабский шейх. Тратил огромные суммы денег на наслаждение. Но человек не задумывается, как долго продлятся его наслаждения. Вновь и вновь Бхагаван произносит эти слова, но мы не принимаем их всерьез, не обращаем на них внимания. Бхагаван говорит: «Я ачарья, я прихожу в этот мир в форме ачарья». Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя оскорблять ачарью. Если вы сделаете это, колонна, на которой зиждется баджан, пошатнется, рухнет. Когда джива после рождения подрастает, также подрастает ее ложное эго. Она взращивает свое ложное эго, строит для него комнату и чувствует себя очень комфортно внутри этой комнаты. Комнаты, где царит ложное эго. Комната, стены этой комнаты очень хрупкие. Pillar, you know,
Это четыре колонны. На которые опирается комната, в которой живет ложное эго. Один прославленный саньяси как-то раз показал свое ложное эго. Я привык к пунктуальности, всегда приходил вовремя, но как-то вышло так, что я не смог прийти вовремя. Возможно, на 5 минут я задержался. Прежде такого не случалось. Приехал в один мат, чтобы встретиться с одним махараджем, и задержался там, поэтому опоздал на 10 минут на встречу. Этот махарадж, этот саньяси, очень разозлился. Этот саньяси получил саньясу от моего гуру махараджа. Он разозлился и сказал: «Я из Америки, и мы пунктуальные». Я подумал, как это возможно называть себя американцем после того, как он принял саньясу. То есть это показатель ложного эго. Крайне сложно выйти за пределы ложного эго. Можно говорить лекции, читать лекции, но применить в собственной жизни, применить это на практике крайне сложно. Крайне сложно следовать всей Бхагавата-сиддханте. Говорить о ней просто, но следовать крайне сложно. Тем не менее, если мы не следуем, но говорим, наша харикатха лишена жизни. Для чистых преданных это естественно, хотя подобное невероятно трудно следовать. Знание санскрита, знание других языков, знание до какой-то степени знание шастр. Способствует развитию ложного эго. Но разве харикатха является заслугой спикера? В действительности, подлинная харикатха возможна лишь в связи с гуру варгой. Таким образом, настоящая харикатха исходит от гуру варги через спикера. Итак, возвышенное рождение, хорошее образование, красивая внешность. Богатство — это четыре
колонны, на которых на которые опирается ложное эго. Когда вы приходите к Гуру Вайшнавам, первое, что они хотят сделать, это избавить вас от ложного эго. Точнее, разрушить комнату, в котором находится ложное эго. Если Гуру не делает этого, значит, он не является настоящим. Первая обязанность Гуру — разрушить комнату ложного эго. Это сказал сам Прабхупад. Он говорил, я родился в возвышенной семье. У меня огромная гордость за свое образование, потому что я большой знаток, в то же время хорош собой. Конечно же, у Прабхупады никогда не было никакого ложного эго. Тем не менее, для нас он говорит все это. Когда по совету Бхактивинода Тхакура я пришел к моему Гуру Пада Падме, Шрила Гуру Кешарда Бабджи Махараджу, и увидев меня, он даже не обратил на меня внимания. Я был для него ничто, все равно, что мусор. Я думал, что я так много из себя представляю, что я очень квалифицированный, продвинут, но мой Гурупад Падма обращался со мной так, будто бы я совершенно ничего из себя не представляю. Таким образом, то, что ценится в материальном мире, не имеет никакого значения в отношении вайшнавов. Вайшнавы не придают этому значения. Мой Гурупад Падма, говорит Прабхупад, хотел разрушить мое ложное эго. И тогда я осознал совершенство моего Гурупада Падмы. С ложным эго это сделать невозможно. Лишь когда Гурупад Падма пинком разрушил мое ложное эго, я увидел его величие. То же самое происходило с Садананда Свами. У него также не было ложного эго, тем не менее, он тоже является примером этого. Все, что связано с нашим ложным эго, гордостью, необходимо забросить глубоко в океан, чтобы никто этого больше не видел. Все наши так называемые выдающиеся качества должны потонуть в океане, так, чтобы мы уже никогда их не нашли. Только с этого момента можно начать. Весь предыдущий опыт необходимо удалить, необходимо отказаться от него, выбросить его. Это и есть наставление чистого преданного. Гуру Вайшнава никогда не идут на компромиссы. Они абсолютно беспристрастны. Они не уделяют больше внимания тем, кто произошел из знатных семей. То же самое говорит Кунти Деви. Кунти Деви
Не забывайте об этом. Жизнь за жизнью вы должны помнить о ее наставлении, иначе вы лишитесь смирения и терпения. Those are the four basic objectives on the basis of which people are generally making the room of false ego. Kunti Devi is speaking, none of them can get your lotus feet. They can never. То, чем люди привыкли гордиться в материальном мире, не приведет их к твоим лотосным стопам, Господь. Потому что тебя, возможно, познает лишь... Тебя может познать лишь Акинчана, Нишкинчана Бхакта. Тот, кто полностью посвятил себя тебе. У кого нет ничего. Нет ничего в этом мире, что он мог бы назвать своим. Лишь Акинчана Бхакта сможет познать тебя. Первая обязанность Гурупада Падмы, как я уже сказал, разрушить ваше ложное эго. Если вы не избавитесь от ложного эго, ваша инициация, может быть, даже саньяса, бессмысленна. Ashato Simadandosso Daridram Paramanjano. To whom? You know, you forget. Нараджи Махарадж говорит Навакувере и Мани. Двум сыновьям Бога богатства. Они настолько возгордились, что не устыдились даже при виде Гуру и Вайшнавов. Даже перед Гуру и Вайшнавами они не стали испытывать стыд. Они продолжали забавляться с обнаженными женщинами в пруду. Видя это, Нараджа подумал, мне не нужны никакие почести, тем не менее я должен как-то пролить на них милость. Я вижу, насколько они пали, лишились разума, лишились чувства приличия. Полностью потеряли стыд. Гуру и Вайшнавам совершенно не важно, выражают им почтение или нет, тем не менее, для того, чтобы помочь живым существам, они исправляют их. Вайшнав настолько велик, что если все общество начнет критиковать их, чинить им проблемы, критиковать, но не обращая внимания, они продолжат абсолютно спокойно говорить Харикатху. Как это было в случае с Прабхупадой. Прабхупаду ужасно критиковали Сахаджия в Муршидабаде. Открыто критиковали. Прабхупаде на этом собрании дали 5 минут, на причине которых он говорил, а затем спокойно ушел. Почему Гуру Вайшнава настолько разумные? They're drama. They're no smart. Smartness means
Что означает разум? Разум — это отсутствие слабости в сердце. И в отношении этого кинозвезд нельзя назвать разумными, поскольку в подлинном смысле разумные — лишь вайшнавы. Итак, Прабхупад — разумнейшая личность, самый разумный во всем мире. Не то, что в этом мире, во всей Брахманде, даже Индра не сравнится с Прабхупадой, Бхактисиддхантой, Сарасвати Такуром. Лишь взглянув на него, можно понять это. Почему? Потому что Прабхупада обладал глубочайшей любовью к Бхагавану. И подлинный разум исходит от преданности, Господу. Итак, Нараджи Махарадж подумал, они так возгордились, потеряли всякий стыд. А лицемеры, которые сконцентрированы на материальных вещах, смогут узреть все таким, как оно есть, лишь столкнувшись с трудностями, лишь когда их лишают всего, у них просыпается разум, четкое видение происходящего. Я видел, как один нищий, который жил в трущобах, стал уважаемым человеком, настолько богатым, что он купил огромный дом в Калькутте. Но спустя какое-то время его бизнес рухнул, и за 5 лет он продал этот роскошный дом и вернулся назад в свои трущобы. И видел, что когда он разбогател, его члены его семьи выбрасывали роскошную пищу. Ну, то есть жили очень богато. А после того, как он обанкротился, они жили как нищие. Также я видел, как саньяси, в нынешние дни саньяси, в прошлом был практически нищим, жил в полной разрухе, в трущобах. А теперь он так возгордился своим положением, своим финансовым положением. Итак, деньги, слава не идут на пользу всем и каждому. Они не причиняли никакого вреда таким личностям, как Юдхиштхир Махарадж, Прахлад Махарадж. Возможно, трудно поверить, но все богатства Юдхиштхира Махараджа,
которая несметные богатства Юдхиштхира Махараджа, он направлял на удовлетворение Кришны. Он никогда не использовал их себе на благо, то есть никогда не пользовался ими сам. Все, что у него было, он задействовал служение. Он никогда не хотел быть царем и выполнял обязанности царя лишь по приказанию Кришны. Нараджа Махарадж говорит, богатство ослепляют. Поэтому, если это происходит с вами, то есть когда богатство ослепляет, лучше стать нищим. Возможно, 24 года назад в Чайтанья Матхе я говорил Харикатху и сказал однажды, что если деньги в вашем кармане заставляют вас гордиться, лучше стать нищим. Потому что нищий очень четко видит всю картину этого мира, поскольку ложное эго не затмевает его глаза, не застилает его глаза. Нищета, бедность, нужда очищает наши глаза. Все равно, что лекарство для улучшения зрения. Несмотря на то, что Нараджа Махарадж проклял этих двух братьев родиться в форме деревьев, стать деревьями, это проклятие стало благословением для них, поскольку благодаря ему они встретились с Кришной. Находясь в форме деревьев, Наукувера и Манигрива получили даршан Кришны, маленького Кришны, который ползал вокруг них. Итак, Индра Махарадж оскорбил своего гуру. Он совершенно забыл, кто перед ним, поскольку так возгордился своим положением. Если преданные обманывают, то как они могут обрести прибежище у абсолютной истины? General truth. What is general truth?
apparent truth. How you can take shelter of that absolute truth? You have come to do bhajan of absolute truth? How possible you speak me? No answer there. Вы якобы совершаете баджан абсолютной истине. Так почему же вы обманываете? Любые обстоятельства, которые бы не возникали в нашей жизни, любые трудности, мы должны терпеть их. Иначе не обретем бхакти. Что произошло дальше с Индрой, я рассказывал вчера. Сколько трудностей появилось, возникло в жизни Индры для того, чтобы провести ягью, он обратился к Вишварупе. Из-за того, что во время яги Вишварупа также посвящал результаты этой яги на благо своих родственников демонов, Индра за секунду убил его. Посмотрите, это сети кармаканды. Грех был разделен между грех за убийство брахмана был разделен между женщинами, деревьями и водой. И зернобобовыми, всем тем, что запрещено на Экадаше. Именно в день Экадаши зернобобовые вбирают в себя грехи, грех за убийство брахмана. И тот, кто ест, поедает не что иное, как грехи. Итак, Индра разделил грех за убийство брахманов между ними и таким образом очистился. Но что произошло дальше? Отец Вишварупы решил отомстить Индре любой ценой, отомстить за сына. Он провел ягью и из огня яги вышел тот, кто должен был убить Индру. Но из-за ошибки в произношении мантры, даже не в произношении была проблема, а в ударении. Даже в паузе. Вы никогда не были в храме Джаганнатха, и там декламируют самоведы, яджурведы, ригведы. Маленькие мальчики сидят рядами и учат стихи, повторяют за учителем. И повторять нужно. То есть существует целое искусство повторения произношения санскрита, произношения стихов. То есть и при помощи определенных жестов их учитель указывает им, когда нужно, какое слово нужно произнести громче, какое тише. Какое с ровной интонацией. И из-за небольшой ошибки, допущенной во время произношения мантры,
значение этой мантры было. Получилось противоположным. Враг Индры, могущественный враг Индры убьет его, но из-за ошибки получилось так, что значение этой мантры стало таким. Индра станет могущественней, чем его враг, и никто не сможет сразиться с ним. Никто не сможет победить его. Именно поэтому Вритрасура, который вышел из жертвенного огня, не смог победить Индру. Но в действительности Вритрасура был необычайно могущественным. Он мог бы убить сотню таких, как Индра. Но именно из-за этой ошибки он не смог этого сделать. Из костей Даричи Муни было изготовлено оружие, которое всегда способствовал победе. Тот, кто обладал им, всегда побеждал. Состоялась огромная битва. Во время которой Вритрасура преподнес большой урок Индре. Он давал ему наставления. Можете себе представить, среди битвы Вритрасура время от времени давал Индре наставления. В руках, из рук Индры упала баджра, и Индра испугался. И Вритрасура начал давать ему наставление в этот момент. Сейчас не время стеснения. Поднимай свое оружие. Не время стесняться. Поднимай свое оружие. Я хочу умереть. Убей меня. Что толку мне жить? И Вритрасура всячески вдохновлял Индру. Он говорил, если ты не хочешь мирских наслаждений, выходи сразиться со мной. В противном случае ты слабак, и нет смысла сражаться со мной. То есть так он дразнил Индру, чтобы пробудить в нем ярость. Затем Вритрасура обратился к Анантадеву Санкаршане. О, Бхагаван, я хочу увидеть твои лотосные стопы. Я испытываю такое влечение к ним. Я не могу противостоять ему. Это подобно тому, как птенец ждет, когда его мама покормит его. Или когда теленок
в нетерпении бежит к матери, чтобы попить молока. Или девушка плачет по своему возлюбленному. Между мужчиной и женщиной порой возникает настолько глубокая любовь, что они готовы оставить жизнь друг за друга. Вспомните Лайла Маджну, но и Дамаянти. Они настолько любили друг друга, что не могли вынести секунды разлуки. Джим Дейла. Пять тысяч лет назад жила одна блудница, и сын Акбар Ватсара полюбил ее. Ее заточили в темницу. И она умерла в ней. То есть для того, чтобы никто больше не мог общаться с этой блудницей, этот царь заточил ее в темнице, и там она умерла. Хотя эта любовь может выглядеть возвышенной, тем не менее она не имеет никакой ценности с точки зрения духовного мира. Потому что любовь может быть подлинной, лишь если она направлена на Бхагавана. Итак, тут приводились в пример птенцы, которые в нетерпении, с нетерпением ждут появление мамы, когда она накормит их. Они сами они не могут лететь, поскольку еще слишком маленькие. Или голодный теленок плачет по маме, плачет, ему не терпится попить ее молока. Или а любовники плачут друг по другу в разлуке. Точно так же Вритрасура жаждет увидеть лотосные стопы Господа. Итак, мы видим, как Индра Махарадж создал сеть Кармаканды, но Вритрасура хочет вернуться назад к Бхагавану. Посмотрите на настроение каждого из них. С внешней точки зрения, Вритрасура был демоном, но в сердце это было совершенно не так. Лишь по проклятию Деви он получил облик демона. Но на самом деле, прежде он был великим преданным. Вишна Чакраварти Такур в своих комментариях пишет: на самом деле, Читракету не совершил никакого оскорбления. Да, он сказал: ты же Джагадгуру, почему ты сидишь на коленях со своей женой? Почему твоя жена сидит у тебя на коленях?
Шанкар не воспринял это как всерьез, но Деви оскорбилась. Но на самом деле не было никакой аппаратхи в его словах. Потому что если бы он совершил оскорбление, как бы он обладал таким глубочайшим бхакти, даже в форме демона. Индра был поражен, видя настроение Вритрасуры. How is that possible that you are not exhibiting your demon bhava? Как это возможно, что внутри ты совершенно, твоя природа совершенно не демоническая. По природе ты чистый преданный. Похоже, ты великий Махапуруша, возвышеннейший преданный. А иначе, как бы сейчас, находясь, то есть, когда ты весь истекаешь кровью, как бы как-то возможно, что ты молишься Господу. И взгляните на поведение Индры Махараджа и на поведение Вритрасуры. Когда Вритрасура, прежде чем Индра победил Вритрасуру, прошел целый год битвы. Точнее, год потребовался, чтобы Индра смог обойти и до конца срезать голову Вритрасуры. Насколько огромным он был. Как я уже говорил, на Манасароваре Лакшми Деви пребывает в лотосе на Кайласе, находится озеро Манасаровара. Кайлас подобен кристаллу. Настолько прекрасен, как будто бы его кто-то его создал человек. Как будто бы, то есть его создал какой-то мастер. И там же есть соленое озеро, озеро Ракшасов. А рядом Манасаровара, другое озеро. И воды в нем настолько чисты, что не сравнятся ни с каким озером в этом мире. Там туда пришел Индра, возмолился лотосным стопам Лакшми Деви о спасении. Затем Риши и Муни приняли решение, что необходимо провести ягью, благодаря которой Индра смог бы избавиться от всех грехов, которые он совершил. А теперь постарайтесь понять, если, предположим, Индра был бы полным нишкинчаной, если бы он шел по пути нишкинчана, баджана, возникли бы все эти проблемы. Чем он гордился? Он гордился своим происхождением, своим царским положением. Именно это создало все эти проблемы. Из-за этого он совершил ошибки. Это и есть кармаканда. Зачем вам проводить яги? Кто вам сказал проводить яги? Зачем вы этим занимаетесь? Вы можете просто повторять харинам, но вы зачем-то проводите яги. Это все равно, что плести сети кармаканды.
Кто угодно может совершить ошибку в материальном мире? Кто угодно, кроме чистых преданных? Обусловленная душа обречена на ошибки. Но если вы совершили ошибку, необходимо найти разрешение проблемы, которую вы создали. И вам кажется, что вы находите его. Но это не решение, а очередные проблемы. Как я вам рассказывал, что одна... Женщина очень плакала, потому что ее сын никак не женится. Но в конце концов, когда все случилось так, как она хотела, ее сын наконец-то женился. Женился он на ведьме. И эта женщина, то есть его жена сына, прогнала ее из дома. Полно подобных историй. Итак, люди пытаются найти решение проблем, но лишь привлекают новые проблемы в свою жизнь. Помните, я рассказывала о Атмадеве? Атмадев хотел ребенка. Но в конце концов, у него его сын был демоном, стал демоном, который принес ему кучу неприятностей. И Атмадев страдал так, что в конце концов решил уйти в лес. Как вы помните, вначале он пошел в лес для того, чтобы обрести ребенка. То есть от отчаяния он пошел в лес с жгучим желанием обрести ребенка. Но теперь, спустя годы, он вновь пошел в уединение, сокрушаясь о том, что у него есть сын. Это и есть карма-канда. Карма-канда заведет вас в ад. Поэтому будьте осторожны. Вчера я говорила о том, как одно насекомое берет в плен другое насекомое, и то от страха, постоянно медитируя на него, приобретает его облик. Из каждой истории, о которой мы говорили, Аватхот Махарадж извлекал урок. Chameleon, when going to change his place.
Когда хамелеон перемещается в пространстве, к примеру, с травы на дерево, он смотрит на листву дерева, медитирует на него и меняет цвет своего тела. Так вот, стоит вопрос. Если даже в материальном мире медитация дает такие результаты, полностью меняет тело, изменяет форму тела, внешность тела, цвет тела. Если преданный станет медитировать на лотосные стопы Бхагавана, что же он, вы думаете, не обретет никакого результата? Конечно же, он получит результат. Когда Катанги Радже сказали, что ему осталось жить всего 45 минут, он... Как мы знаем, Катанга Раджа был очень могущественен, и Индра позвал его на помощь спасти райские планеты от набега демонов. И он победил всех демонов, отстоял райские планеты, и поэтому полубоги захотели пролить на него, дать ему какие-то благословения. Они спросили, чего ты хочешь? Катанга Раджа спросил. Прежде всего, я хочу узнать, сколько мне осталось жить, и затем, в соответствии с оставшимся у меня временем, я скажу, чего я хочу. Полубоги сказали, нам очень жаль, но тебе осталось всего 48 минут. 48 минут? Так чего же мне тогда желать? Благословите меня, чтобы я обрел, достиг лотосные стопы Господа. И за секунду он таким образом достиг, ну, то есть очень быстро он достиг лотосной стопы Господа. Он действительно достиг успеха благодаря медитации. Так вот, если вы оставите материю, да, внешне можно находиться на Харикатхе, сидеть на Харикатхе, можно повторять Харинаму, следовать Экадыше, но дает ли это какие-то гарантии тому, что в вашем уме нет влечения к материи, нет привязанности к материи? Нет никаких гарантий. Даже если вы следуете всем процессу преданного служения, нет никаких гарантий, что вы вышли из-под влияния майя. Так вот, для того, чтобы избавиться от влияния материи на нас, от привязанности к материи, необходимо принять прибежище гуру. Но для этого необходимо знать, кто такой гуру, то есть какими качествами должен обладать и какими качествами должен обладать ученик. Вчера я рассказывал о том, как паук создает паутину. Маха-Ишвар Бхагаван создает это творение, а после поглощает его в себя.
после, спустя какое-то время существования этого мира, он поглощает его в себя. Когда наступает этому время? Таково таинство творения. Постепенно творение раскрывается, а затем постепенно сворачивается. Паук выпускает нить. То есть нить, при помощи которой он создает паутину, содержится внутри паука, внутри него. Bhuyo stvam grasati eva maheshwara. Bhuyo mane again going to everything close, all network making, after the job is over, purpose is после того, как purpose is over, going to unfold and take it. And after that we learned yesterday. Паук добился того, ради чего плел паутину, он вбирает ее в себя. Шатматам Раджан Пурва Рупам Ашантаджан. Previous Саруп going to change. Going to take next another Саруп. And Саруп of that insect by that insect was put into, and now deep meditation going to change the whole body. How possible? А в истории, в примере с другим насекомым, из-за страха, из-за медитации на то насекомое, которое представляет для него опасность, первое насекомое перенимает его облик. Now actually that Avadhut Brahman, now that Avadhut Brahman speaking, evam guru bhyo ete bhyo esha me shikshita matihi. From all those guru, далее Avadhut Brahman говорит, all gradually I learned everything. От моих гуру я научился всему. От каждого я брал что-то. От каждого получал урок. И следующий гуру, Авадхута Саньяси, Авадхута Махараджа, это его собственное тело. Он говорит, мое тело также мой гуру. Оно предупреждает меня. В любой момент в любой момент может случиться так, что тебе придется оставить меня, говорит тело, и твое тело съедят. Хищные животные. А сейчас ты гордишься им. Эвам гуру бхё ете бхё, эша ме шикшита матихи, шатмо пасикшитам буддхим, сину ме бадато прабху. And now speaking, дехо гурур мамо
Пирактир вивеку хетур вибрат сма саттаниданам сататартур удакам. Таттяни анено бимишвами ятха татапи паракчам итто ити авасито бичарами анго. Мен, this my body is my guru and going to give me warning every time that any time you can go away from my тело, don't run from мой гуру постоянно предупреждает, напоминает мне о том, что мне придется проститься с ним. Не наслаждайся, не стремись к материальным наслаждениям. Это делают лишь глупцы. В Гите сказано: Bhagavan speaking to Arjun. Arjun, jehi sansparjaja, jehi sansparsaja bhoga, all tangible, tangible. Bhagavan говорит Арджуне. Perceptible object of your enjoyment by eyes you can see beautiful. Глазами ты. By ear you can hear. Стремишься смотреть на приятные формы, носом вдыхать прекрасные ароматы. Все это является причиной твоей обусловленности. Но лишь глупцы бегут за наслаждением своих органов чувств, потому что они не что иное, как ловушка. By the help of any of your sense organ, be it skin, or hand, leg, eyes, tongue, любые ear, объекты наслаждения, объекты, которыми мы можем наслаждаться при помощи наших органов чувств, является источником наших проблем. Это говорит Кришна в Бхагавад-гите. Это есть источник наших страданий. Именно наши чувства заставляют нас страдать. Но по-настоящему разумный никогда не бежит за мирскими наслаждениями, поскольку видит, к чему они приведут. Завтра я объясню эту шлоку. Аватхут Саньяси говорит, все мои органы чувств тянут меня в разные стороны. Уши тянут меня налево, глаза направо, язык прямо. Один преданный из Банкуры выражал мне почтение. И однажды решил начать служить в Гошале. Он был даже старше меня, ему было уже 70 лет. Я ему сказал, прежде чем прийти, ты должен был спросить меня, сейчас ты должен был предупредить меня. Сейчас мы следуем Пурушоттама Врати, и тебе будет сложно жить здесь. Сейчас я ем some,
Сейчас нет времени даже, чтобы принимать прасад, поэтому я принимаю прасад лишь один раз в день. Очень простой прасад. Так ты не можешь жить, не сможешь жить в таких условиях, и он уехал. Завтра мы будем говорить о том, как органы чувств тянут нас в разные направления, в разные стороны. Но они будут способствовать развитию бхакти, если будут направлены на Кришну. Но, к сожалению, этого не происходит. Мы испытываем влечение к материальным вещам. Итак, спасти нас может гуру. И теперь я хочу вспомнить шлоку, с которой начал. This I can explain a little bit. Tomorrow I can do. So, Guru, Bhagavan speaking, no, Bhagavan speaking, no, speaking to Uddhava. Bhagavan Shri Krishna говорит Удаве. Guru and Shishya, both. They are compared with two wooden log, you know, wooden piece. Гуру и ученика можно сравнить. Dry wooden piece log. If you go on making friction, I have seen in Vrindavan Govardhan, all pine tree. С двумя ветками или бревнами, когда они находятся в постоянном соприкосновении, трутся друг об друга. Я сам видел однажды во Вриндаване, как из-за трения между ветками образовался огонь. Огонь находится внутри дерева. Огонь накапливается в нем благодаря солнцу. В скрытой форме он пребывает в дереве. И проявляется из-за трения. Точно так же внутри вас есть огонь, который никак не может выйти наружу. В тебе, в каждом из вас есть огонь, духовная искра. Но из-за своей глупости вы не можете его увидеть, его почувствовать, осознать. И лишь Гуру Дев может помочь вам проявить его. Завтра я объясню в деталях, как это происходит. Как благодаря Харикатхе
проявляется огонь в нашем сердце, духовная искра. И, безусловно, эта духовная искра проявляется в сердце благодаря Хари Катхе. Если этого не происходит, значит, где-то есть несовершенство, в чем-то есть несовершенство. Вы должны очень внимательно слушать Хари Катху, но не только слушать, а также усваивать ее. Всю Хари Катху необходимо усвоить. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама, Рама Рама Харе Харе, Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама, Рама Рама Харе Харе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Нитай Гаур Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол. Нитай Гаур Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол. Нитай Гаур Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол. Нитай Гаур Хари Тай Гаур Хари Бол.